Секрет раскрутки метаболизма. Как известно, метаболический уровень – это скорость, с которой ваш организм сжигает калории. Метаболизм имеет непосредственное отношение к тому, насколько быстро вы сжигаете отложения лишнего жира и какие прибавки в массе вы получаете. Кроме того, метаболизм влияет на качество вашей массы, на соотношение жира и мышц в ней. Если ваш метаболический уровень низкий, вам придется побороться за прибавку в массе. Кроме того, вам придется сражаться еще и с накоплением лишнего жира. Мои рекомендации помогут вам мягко, но эффективно усилить метаболизм. Правило номер один. Попробуйте схему 3-1. Углеводная бомба, которую вы забросите в свой организм, может дать потрясающий эффект ускорения метаболизма, если вы предыдущие 3 дня будете воздерживаться от углеводов и потерпите на белковой диете. Напомню, что к продуктам, которые богаты углеводами, относятся крупы, хлеб, выпечка, сладости, фрукты, овощи. В некоторых из перечисленных продуктов входят только сложные углеводы, в некоторые только простые. В любом случае, по схеме 1-3 вам стоит воздержаться от сложных и простых углеводов и попытаться сократить их потребление до минимума. Эта схема не является чем-то новым. Скорее, это классика жанра, о которой сейчас многие забыли. Многие профессионалы бодибилдинга также советуют съедать на 300 граммов углеводов больше, чем вы едите в норме в день загрузки. В дни загрузки отдавайте предпочтение медленным углеводам. Правило номер 2. Включите также белковое чередование. Удивлены? Да, можно чередовать не только углеводы, но и белки. Для тех, кто пытается повысить свой метаболический уровень, чередование доз белка может оказаться очень полезным. Речь идет о повышении нормы белка несколько раз в неделю. Плюсом также является и то, что в дни, когда вы едите меньше белка, учат ваш организм утилизировать белок более эффективно. То есть, фактически ваш организм учится удовлетворяться и расти на меньшем количестве белка, без ущерба массе. Дни же, когда вы употребляете больше белка, дают эффект ускорения метаболизма. Ешьте 0,8 грамм белка на килограмм веса 1 или 2 дня в неделю. Затем возвращайтесь к своей обычной норме, а затем и вовсе повышайте ее. Правило номер 3. Обязательно употребляйте глютамин и БЦА. Когда речь идет о раскрутке метаболизма, несомненно важным является метаболическое восстановление и восстановление тканей. Когда вы делаете это с помощью питания, то ваше тело не только наращивает массу и ускоряет метаболизм, но также и понемногу расходует излишний жир. С другой стороны, бедное и неправильное питание вызывает мышечную дистрофию. Прием глютамина и аминокислот после тренировки может значительно улучшить синтез белка в вашем организме. Логика опять же проста. Дополнительный качественный белок заставляет ваш метаболизм работать быстрее. Принимайте 10 грамм глютамина от 4 до 6 грамм аминокислот после тренировки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!